людей, у кого от 1 до 3 ресторанов, мы им можем как бы помочь, во-первых, выйти из операционки, во-вторых, поделиться опытом, каким образом масштабироваться, и в-третьих, наладить эффективность этих как бы заведений, соответственно, поправить систему налогообложения, поправить систему найма и обучения, там где-то улучшить стандарты сервиса, где-то, если надо, улучшить вкусы, где-то что-то как бы добавить. Потому что люди, как бы, у кого есть до 3 ресторанов, у них чаще всего вот ошибки по поводу скорости, подачи, сервиса, да, такие как бы банальные ошибки и такие вопросы. Вот я там все сделал вкусно, все сделал хорошо, а в мой ресторан никто не ходит, да. Соответственно, они сами оценивают свой ресторан, они сами там без дизайнера могут сделать ресторан, да, и сами пытаться делать бизнес-модель или сами могут придумать бизнес-модель, да, и они все это делают очень сильно поверхностно. И потом это пытаются бесконечно как бы улучшать. Поэтому чаще всего вопросы возникают у людей, у кого уже есть несколько ресторанов, и они понимают, что они дальше расти не могут, и тяжело даже справиться вот именно с тем, что уже есть. Поэтому этим людям мы можем помочь с управлением и можем помочь с масштабированием. По поводу ресторанных холдингов, в основном они нас находят через сарафанное как бы радио, и ресторанные как бы холдинги обращаются к нам за тем, чтобы поменять нужно бизнес-модель, чтобы он работал в разных городах России или в Казахстане, или в Европе, или в Турции. У нас есть клиенты из Турции, да, которые у нас заказывают, соответственно, и полную упаковку ресторана, и полностью создание как бы бренда и так далее. Холдинги обращаются именно по таким вопросам. Также, когда им потребуется обновление дизайна, обновление брендбука, ребрендинг сделать, да, или упаковать франшизу, или надо переупаковать франшизу, или надо продать франшизу. Они придумывают новую концепцию, для них это новое, и они хотят, соответственно, быстрее запуститься, им поменьше ошибок допустить, построить новые стандарты. По всем вопросам большие холдинги тоже обращаются к нам.